Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное заседание кружка любителей гегельской диалектики. Это занятие у нас второе в этом году. Поскольку здесь присутствуют новые лица, вот, они находятся в особо сложном положении, потому что уже много лет существует этот кружок, и они находятся в положении догоняющих, с одной стороны. Это с одной стороны. А с другой стороны, кто бы тут как далеко не ушел, но никто из здесь присутствующих не может похвастаться, что он все понял в науке логики Гегеля, включая и руководителя этого кружка. Поэтому это не такая простая вещь, где можно сказать, что я сказать, ну, я тут все понял сейчас, поэтому уже можно переходить к следующим делам. Переходить к делам следующим и можно, и нужно, именно потому что долго все равно мы будем еще это изучать, и ждать, когда мы закончим изучение, нельзя, потому что само по себе изучение и сама по себе вот привычка заниматься категориями, дисциплина мысли, которая вырабатывается при этом, они дают плоды во всех сферах. И те люди, которые изучают науку логики систематически, они имеют и соответствующие успехи. Надо сказать, что вот в XIX веке в России была мода среди людей, представителей умственного труда, на науку логики Гегеля, они ее читали, изучали. Люди самых разных направлений. И это привело к такому вот всплеску большому. Потом как-то получилось, что в 20 веке это как-то затихло. Вот. И можно сказать, что подъем начался вместе с тем, как Ленин приступил к этому изучению. Хотя, если мы возьмем его блестящую работу «Материализм и перекритицизм», она очень строгая, очень интересная, очень глубокая, критическая. Но она не посвящена вопросам диалектики, она посвящена противоположности между материалистическим и идеалистическим мировоззрением и критике попыток найти что-то третье, когда пытаются люди, как сегодня, вот некоторые говорят, у нас общество информационное, и что как понять, что уже и мяса нет, только информация о мясе есть. И рыбы нет, только информация о рыбе есть. Причем цитируют даже иногда Маркса, причем ну, явно цитируют как жулики. Потому что, скажем, Маркса есть такое высказывание, которое в оборванном виде выглядит так. Наука становится непосредственной производительной силой. И есть такое высказывание. А что написано у Маркса, полностью, если взять? Воплощаясь в основном капитале, то есть превращаясь в железо, потому что основной капитал – это все средства производства. Воплощаясь в основном капитале, наука становится непосредственной производительной силой. То есть когда наука дойдет до того, что она не просто значит, теория, не просто проекты и не просто чертежи, а когда она будет выражена в виде так сказать, станков, машин, оборудования, в виде средств производства, тогда она будет непосредственной производительной силой. А что написано в фундаментальной работе? Причем ссылается на Маркса, игнорируя главный его труд «Капитал». Что написано в «Капитале» Маркса? Как это к Марксу угодило, что он три тома написал «Капитал» и нигде вот такую вещь он не сказал? А наоборот, везде различает строго между тем, что есть производство материи и что есть производство идей. Это правильно, что различать надо? Ну вот сейчас вот наука, она, можно сказать, если считать, что она производительная сила, то сейчас вот, поскольку я принадлежу вот к науке, сейчас смотрите, из моего рта сейчас будут выскакивать жареные рябчики. Не видите еще? А вы присмотритесь. А я вот уже и вижу. Некоторые просто и так и видят. У него видение такое. Вот. Поэтому, а как называется в «Капитале» наука? Наука – всеобщая общественная производительная сила, потому что она увеличивает производительную силу общественного труда. То есть, если в обществе развивается наука, это приведет к тому, что эта наука пройдет все ступени, и она и образование, и умелость рабочих она поднимет, и она поднимет, естественно, производительность труда, поскольку будут изготовлены новые средства производства. Поэтому, конечно, наука является всеобщей общественной производительной силой. Но здесь ключевое слово непосредственно, конечно, не является. Но в этом смысле разделение труда. Одни занимаются наукой, а другие занимаются производством. Но если она непосредственно называется производством, так это надо науку убрать. Вот у нас будет скоро цифровая экономика. Заводов не будут, цифры будут стоять.
Тут я был и профессор Казенов, двое нас было, оппонентами по докторской диссертации одного нашего товарища, коллеги из Политехнического университета. Ну, хорошая у него была диссертация, и я тоже дал положительный отзыв. Там было такое положение, что у нас постиндустриальное общество. Ну, я выразил несогласие с этим, потому что, по-моему, еще не вся промышленность разрушена. Потому что постиндустриальное – это после вот все, нет уже индустрии. Но некоторые вот есть вот застраиваются сейчас целые площадки, где раньше были заводы. Видно, это постиндустриальное там общество будет. Там вот просто жить будут в домах. Или там еще какие-нибудь парки можно насадить, еще придумывают сейчас. Как бы это территорию ЗИЛа осваивают. Нету ЗИЛа. А там было 120 тысяч человек. Вот, было мощное предприятие и так далее. Ну вот это, значит, что касается науки. Поэтому, конечно, занятия в кружке в таком, независимо от того, сколько вы занимаетесь, сколь давно вы занимаетесь, или, скажем, как усердно вы занимаетесь, все равно позитивно имеет значение, потому что человек приучается к научной строгости и к тому, что есть великие работы к изучению фундаментальных, гениальных произведений. Гениальных произведений, к которым относится наука логики Гегеля. Значит, каков подход в нашем кружке к изучению науки и логики? Мы не выхватываем какие-то категории и не так ставим вопрос, что это? Можно так ставить вопрос, а что такое качество, а что такое количество? И так можно ставить на экзамене, вот если вот экзамен буду принимать, что такое мера? Отвечайте. Я еще не дошел. Вы не дошли до того, как надо отвечать. Если вы не знаете конкретно, можно ответить абстрактно. Мера – это одна из важных категорий первого тома науки и логики. Ответ есть? Есть. А мне может не понравиться, но это вы же еще второй вопрос будете, третий вопрос, еще допрос. Поэтому отвечать все равно нужно. Как это вы не знаете? Ну как вот, я, например, студентам объясняю, зачем изучать науку логики. Если вы знаете первую категорию, чистое бытие, значит, если вы пришли сдавать зачет, да, и вас спрашивают о том, что вы вообще ничего про него не знаете, что вы знаете об этом? Студент должен ответить, я знаю, что оно есть. А еще? Ну, мы договаривались один же вопрос. И все? Как? Надо отвечать. Поэтому вот самое главное, чем мы здесь занимаемся, выведением. Самое главное у Гегеля не категории, они всем известны. Как говорил Гегель, известны еще не есть это упознано. А если они вам не известны, то не надо это все читать, три тома. Вы берите вот последний том, там оглавление всех, и по оглавлению пройдитесь, и вам все категории будут известны. Поэтому могу вам такое задание дать до следующего раза, чтобы все категории были вам известны. Потому что известно это больше ничего не означает, кроме того, что вы их видели, знаете, что есть такие категории. Знаем, известны. А Гегель говорит по этому поводу, что известно еще не есть от того познанное. Более того, хуже всего люди и меньше всего познают то, что им известно. Почему? Ну кто же будет заниматься изучением того, что и так уже известно, причем с незапамятных времен, вот с детства ему это известно. И попробуйте выбить это вот детские представления потом как-то заменить на научное, это очень тяжело. Потому что человек все время так читал, он говорит, как вот деньги, что нет денег при социализме, это у вас нет денег. Что значит нет денег? А с чего вы взяли, что это деньги? Вы что такое деньги знаете? Товар всеобщий эквивалент. Значит, это, если короче, сейчас же молодежь говорит короче, а короче? Товар. Деньги – это товар. Мы о каком говорим обществе? Если это капиталистическое общество, понятно, что там есть товары. Если мы говорим о коммунистическом обществе, там есть товары? Да. Что значит «да»? В коммунисте? Нету. Нету товаров. Раз нет товаров, а деньги – это товар-эквивалент. Ну, так если нет товаров, так и нет и товара-эквивалента. Это и нет денег. А что есть? Некоторые так излагают, как будто коммунизм – это этого нет, того нет, того нет. Вот когда ничего нет, то это коммунизм.
Потребительная стоимость. Ну, это и есть потребительная стоимость, они всегда есть. Они есть и при феодализме, и они есть в первобытном общинном коммунизме, потому что потребительная стоимость. А что такое потребительная стоимость? Что такое потребительная стоимость? Опять скажете, не знаю. Это стоимость? Это стоимость, которую можно потреблять. Да. Да? Но для этого надо три человека иметь. Отношение между человеком и... Потребительная стоимость. Что такое потребительная стоимость? Это я вот сразу узнаю, что товарищ капитал не читали. А если читали, то читали невнимательно. А если внимательно, то не сначала. Потому что начинается... Вот если это пропустишь, это относится к подходу. Если пропустишь, то потом уже все улетает. Почему? Товар – это прежде всего полезное. Вещь. Вот товарищ знает, я сразу говорю, он знает. Вещь, не идея, не цифра. Нет, прежде всего вещь, просто элемент материи. Вещь. А вот полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. И это, следовательно, капитал посвящен производству вещей. Изучению. Почему? Да потому что эта книга... который закладывает основы исторического материализма. А в чем суть-то исторического материализма? В том, что материализм применяется к истории. А в чем суть применения материализма к истории? Показать, доказать, что производство материальных благ является основополагающим по отношению ко всем остальным сферам. Хотя это вроде бы и понятно, что если мы вот сегодня не покушали, мы можем проводить кружок. Но если мы 2 месяца ничего не покушали, кружок мы проводить уже не можем. Потому что нам никак не собраться, потому что мы будем на разных кладбищах и в разных могилах. 42. То есть, вот, если вот это уже люди не заметили и не обратили внимания, ну они тогда... Хотя, ну, некоторые не обращают внимания, потому что они не доходят до третьего тома капитала. Потому что третий капитал, том капитала посвящен не производству прибавочной стоимости, а распределению прибавочной стоимости, а растеканию ее по всем сферам. И совсем не обязательно производить материальные блага. Прекрасно можно их получать. Например, Галкин и наша известная певица Алла Пугачева имеет замок. И этот замок построен на песнях. И на хохмах, на шутках. Так что хороший замок, там я вот видел его там красиво там на рублях. То есть одно дело производить, а другое дело приносить. Разные есть специальные виды деятельности, которые приносят прибавочную стоимость. Причем есть антрепренер и есть певички, которые должны ее принести антрепренеру, а он и петь-то не умеет. Но он у него нанял этих певцов. И с помощью этих певцов он собирает. А с кого он собирает? И вот известно, что есть распределение сначала созданной стоимости. Вот получили рабочие, первичные, и получили капиталисты. Вначале, поскольку производством занимается 2 класса, капиталисты и рабочие в капиталистическом обществе, то после этого, значит, они пошли на концерт. Рабочие заплатили что? Часть зарплаты, а капиталисты сели на хорошие места или сняли там целую ложу. Да, и отправили прибавочную стоимость. Куда это ушли? Куда эти шли? Средства, эти деньги? Они ушли в театр. А дальше уж там, кому что попало, кому что достанет. Ну, как всегда, тем, кто непосредственно поет, меньше всего. Наверное. Вы видели богатых оперных певцов? Вот всяких див, которые не могут без микрофона петь, потому что его слышно даже не будет. Или хрипатые, они могут получать миллионы. А если вы оперных, вы видели богатейших оперных певцов? Богатейших-то. Кого вы знаете из наших? Или, допустим, Уланова миллионерша. Можете себе представить? Она, так сказать, мирового класса. Или другая класса. Блирина, Ульяна Лопаткина. Вот сейчас Нетребко. Ну, вот. Думаете, она миллионерша? Нет, ну современный капитализм. Но это исключение. Научились капитализовать. Это исключение из правила, а не правило. А не бывает правил без исключений. Это только еще исключение и подтверждает правила. Ну вот, дальше тему мы этого не развиваем. То есть здесь нам очень важно следить за выведением. И поэтому у нас вроде бы тема
сегодняшняя, ну, такая застойная, в том смысле, что мы в прошлый раз обсуждали вопрос об основании, и все товарищи, которые прибывают, знают и должны знать. Валерий Александрович, просьба, вот если мы сообщаем о кружке, напоминать тему, а вы не вспоминаете как раз, что основание. Но это не значит, что мы будем отвечать на вопрос, что такое основание. Будем на него отвечать. Но это основание получается в результате движения предыдущих категорий. И оно переходит в какую-то следующую. Вопрос. Какая категория предшествует категории основания? Кто может ответить? У нас тут есть продвинутый вот товарищ Шабусов. Он то ли специально опоздал, чтобы не отвечать, то ли наоборот. Он задержался, потому что он изучал. Какая категория предшествует категории основания? Противоречие. Вот. Противоречие. То есть можно понять, что такое основание, не поняв, что такое противоречие? Можно или нельзя? Если основание получается в результате разрешения противоречия. И там? Что? Противоположное. Это у вас две мысли, так можете сразу, у вас такая голова большая, вы сразу две мысли. Я только одну могу мысль пока усвоить. Что предшествует категории основания, категории противоречия. Какая категория более богатая? Основание, естественно. А более бедная? При том, что вы что угодно скажете, какая она великая, эта категория, какая она важная. Она может сто раз важная, но она, вот эта важная категория, входит в категорию основания. Входит? Входит. Содержится в ней. В каком виде? В снятом виде, говорят уже, так сказать, такой продвинутый товарищи. Он там, а вы не списываете там с компьютера, там вам ответы, что ли, уже готовы? А у него два компьютера, а один правильный ответ, другой неправильный. Он их сопоставляет и получает диалектическое такое решение. Перешел на цифровую. Вот. Значит, вот это уже очень важно. И я, между прочим, поскольку мы должны вот посылать потом описание тем, кто будет выкладывать, я уже описание сделал, что вот сегодняшнее наше занятие вместе этой категории, в системе категорий. Значит, что значит понять категорию основания? Дескать, давайте я вам расскажу, что такое основание. Как я должен начать рассказывать с точки зрения диалектической? Сущность определяется. Вот, товарищ сказал, с чистого бытия, с чистого, вот чистое бытие, и поехали. И, так сказать, вот все эти категории надо пройти, показать, как выходит одно из другого. И вот, наконец, когда это вот самое противоречие, когда положительное отрицание, положительное и отрицательное снимает себя, противоречие get zu grundet, на немецком, идет к основанию. Get идет zu grundet, к основанию, идет к основанию. И вот мы уже теперь получаем основание. Значит, до этого, вот мы целый год почти изучали прошлые учения о сущности. А сущность – это категория какая? Положительная или отрицательная? Сущность. Сущность. Положительная. А что такое сущность, Евгений Николаевич? Давайте вспомним. Снятая бытие. Вот, учитесь. Учитесь. Снятое. Да. А что такое снятие? Евгений Николаевич, а что такое снятие? Снятие, значит... Одно слово. Короче. Сейчас молодежь же хочет короче. Там вот люди, им не освоить это. Отрицание содержать. Это долго. А короче? Еще короче. Удержание. Ну как, вот вы возьмите свою фразу. Вот. Отрицание. Вот. А если отрицание чем-то, я с сумкой, так кто это все-таки? Кто это, сумка со мной или я с сумкой? То есть это вот эти люди, которые двумя компьютерами начинают, так сказать, что-то среднее искать. Не надо среднее искать, Валерий Александрович. Если речь идет об отрицании, с удержанием, с чем угодно, с букетом цветов, с конфетами, с пирогами, с тортами, это отрицание. Отрицание. Так какая категория сущность? Положите. Это снятое бытие? Снятое. Ну раз снятое, значит это отрицание бытия? Нет, содержание бытия. Я не спрашиваю, с чем оно. Я же не спрашиваю, что у вас в кармане и что у вас там на руке. Я спрашиваю, вы кто? Если я спрашиваю, что такое сущность? Сущность – это категория отрицательная или утвердительная?
Вы, наверное, не любите отрицательное. Вы что? А вы борьбу с плохим, с отрицательным, это же тоже отрицательное действие, да? Отрицание всякой дряни. Вы против подметания пола, стирки белья, уборки, мытья посуды? У вас все там это. Есть такие два, я знаю, есть семья профессоров. Они нашли способ. Они нашли способ не мыть посуду. Они просто берут и в холодильник. Поели в холодильник. Ну, они знают уже, продвинутые, знают, что бактерии могут появиться. Просто чтобы они не было бактерий. Они просто в холодильник. Потом опять достают и наливают и едят. Но есть еще более продвинутые. Они берут полиэтиленовые мешки. Сейчас их полно, и они 300 лет, закладывают этих полиэтиленовые мешки, эти тарелки, наливают суп, второе, так сказать, все поели, потом этот вынимает, тарелки ставят на полочку, а это выкидывают. И ничего не надо, это продвинутые. Но какие бы мы ни были продвинутые, мы все равно должны понимать, что отрицание отрицательного – это положительное, а отрицание положительного – это отрицательное. Если сущность – это снятие, то она имеет форму бытия или форму ничто. Евгений Николаевич. Снятие. Бойтесь Бога. Момента, да? Да я не спрашиваю, сколько у него моментов. Вы как это все длинно хотите. Вы как длинно, как хотите. Сейчас тяжело, как тяжело. Еще раз. Хорошо, вот Ленин, например. Вот вы Ленина уважаете. Я понял, что я для вас не авторитет. Я тогда пошел к авторитетам. Ленин писал конспект на онкологии, там написал. Вот. Все лето читал про сущность. Да, вот там написано «Движение, учение о сущности от ничто к ничто». Написано? Вы заметили это, нет? От ничто к ничто. Если движение идет от ничто к ничто, какое движение в сущности рассматривается? Самодвижение. Движение от ничто к ничто. Правда, и Ленин тут... Вы тут вместе с Лениным, потому что и Ленин тут задумался и засомневался, думает, ну да, то, что может быть ничто переходит в бытие, это да, это понятно, а вот может ли быть переход от ничто к ничто, пожалуй, этого не может быть, но он написал пожалуй, в отличие от вас, вы-то сразу отрезали так, жив и все, а Ленин не отрезал, он сказал пожалуй, то есть, ну он все время пишет, вернуться еще раз туманно. Да он думал в вас вернуться. А я вернулся? Нет, он в вас хотел вернуться, а вы как раз должны были показать, что движение в сущности – это движение от одного отрицания к другому отрицанию, от ничто к ничто. Ну вы получили в результате снятия бытия что? Ничто. Отрицание бытия. Вся сфера бытия отрицается, переход к сущности. Не отрицается только мера, не отрицается только качество или количество, а вот бытие, все отрицается. В этом смысл перехода к этой тонкой книге. Вам не нравятся тонкие книги? Нравятся. Берите толстые тогда, вот учение о бытии толстое, а это тонкое. Вот в этой тонкой книге берется отрицание бытия. А из-за того, что берется отрицание, для нас это непривычно. И с этим связаны вот чрезвычайные сложности, которые люди испытывают при изучении этого. Вам нравится движение от ничто к ничто? Как-то да. И опять, вы будете с Лениным, а я вроде как уже сразу тут так чувствую, я тут, тут в одиночестве останусь. Но я с Гегелем останусь, между прочим. Ничего страшного. То есть по-другому это не может быть. Но я хочу, вот для тех, кто любит бытие и еще любит читать, хочу зачитать из того, что является домашним заданием к этому самому занятию. Вот смотрите. Страница вот в этой книжечке «Основание». Это вот прямо третья страничка в разделе «Основание». Там, какой бы вы книжку ни взяли, какой бы вариант? Вот открываешь главу третью, основание, да? Глава третья. А потом будет уже все, следующее будет опять первая, вторая, третья. Так? Так вот там написано, основание – это реальное посредствование, потому что содержит рефлексию, как снятую рефлексию. Оно – сущность, возвращающаяся в себя через свое небытие и полагающая себя. Допустим, все это непонятно. Непонятно. Читаем непонятно. Читаем непонятно. В соответствии с этим моментом снятой рефлексии. Это что такое снятие рефлексии? Рефлексия – это отрицание или бытие? Отрицание. Вот. А если снять рефлексию, что будет?
это происходит от ничто к ничто. Вот. Нет, это не от ничто к ничто, это будет отрицание и отрицание. А отрицание и отрицание – это что, Евгений Николаевич? Движение. Нет, Евгений Николаевич, отрицание и отрицание – это бытие. Есть два бытия вообще в природе. Я не понимаю, почему вы эту тоненькую книжку не выпускаете из рук. Да потому что я с вами должен разговаривать как следователь. Да. А как же? Признаете ли вы? Признаю. А я признаю. И чем мотивируете вы свои идеи? Вот вы признаете, что снять, что отрицание отрицания – это бытие. И вот, ну и вы помните, что весь прошлый год мы занимались рефлексией, понятным таким делом. А рефлексия – это отрицание. Это вот это самое движение от ничто к ничто, и это все непонятно. Почему? А потому что это учение о сущности. И вот, к счастью для вас, к радости, я хочу к вам, это знаете же, как у Бетховена, к радости через страдания. Вот страдания у вас уже были в прошлом году, сейчас еще маленькие страдания, и вот уже к радости. Так вот, это непосредственное, смотрите, в соответствии с этим моментом, снятой рефлексией, положенное приобретает определение непосредственности. А что такое непосредственность? Знаете, что такое? Это бытие, это непосредственное, это бытие. Да? Чего-то такого, что вне соотношения или своей видимости, тождественно собой. И это непосредственно есть восстановленное через сущность бытие. Вот, вот, колокола. Восстановленное через сущность. Вы уже привыкли. За прошлый год все уже это, так сказать, загрустили, что уже бытия нету, только уже я убедил вроде товарищей, что идем только от ничто к ничто, через ничто. Вот. Но теперь я хочу вас порадовать, поскольку сущность содержит все бытие, это же снятое бытие. А раз она снятое бытие, значит в нем бытие есть? Да. Есть. В снятом виде. В снятом виде. Да. Вот. А раз оно есть в снятом виде, оно когда-то проявится. Да, то есть в снятом невидимо. Допустим. Пока невидимо. Но то, что невидимое, оно постепенно потом снова выйдет на свет. Вот оно и вышло. Вот, это, вот, вот здесь, если вот пролистнете, три странички всего от названия основания. Вопрос можно по поводу Гетцугрунды? Да. Гетцугрунды. Да. Гетц в смысле разум, дух? Нет, то имеется в виду, что к чему идет. У Гегеля все идет разум, у него только разум и идет. Но это Гетц? Вот, Гетц это идет. Цугрунды. Это как идет переводить? Ну да. Ну так и это переводится. А у Гегеля это переводится как дух. Феноменология духа. Феноменология духа – неразвитое произведение по сравнению с наукой логики. Не надо ссылаться против науки логики на феноменологию духа. Это опять, это снято, снято уже феноменология духа. Там Гегель подходил к этому, еще не подошел. И когда он подошел, вы хотите вернуться назад к тому, от чего Гегель ушел. Он ушел. Но это блуждание духа привело году его. Он привело написал его. Предисловие не... феноменологии духа. Это новое. Ну и прекрасно, что он написал. А это он написал фундаментальное произведение, которое выше феноменологии духа. Да, и оно выше, чем, например, философия права, которое позже написано. Да. Потому что он взял и хотел сходу применять диалектику прямо к решению общественных проблем. Ничего не получилось у него. Потому что, как выяснилось, что без вот той работы, которую проделали Маркс и Энгельс, это невозможно сделать. И получил он, что самое великое достижение в области политики – это прусское государство самодержавное, монархическое. Так вот, основание это восстановлено через сущность бытия. Вот, я вас поздравляю, что тот, кто любит бытие, и не нравилось ему ходить по все это ничто, по рефлексии и так далее, хотя без рефлексии нельзя было разобрать бы противоречия. А там какие были рефлективные определения? Тождество. Что мы усвоили про тождество? Тождество всегда только тождество различного. Вот мы здесь, вот все мы люди. Мы как люди тождественны. Но мы кто такие? Какие люди? Разные. Разные, различные люди. А различия? Мы различные люди. Для того, чтобы говорить о различиях, мы должны быть людьми. Мы только потому различные, что мы люди.
Если мы просто скажем, что мы различные, вообще ничего, нет никакой мысли, вообще нет. Поэтому тождество всегда только тождество различного, а различие всегда различие тождественного. Различие тождественного. Вот. Это вот мы получили, вот когда изучали, это рефлективное уже определение. Не такие определения, которые были в учении о бытии, там мы знаем, что такое определение. А вот тут они, вот виды их, и наконец противоречие, противоположность. И рассматривая саму противоположность, мы обнаружили, противоположность имеет две стороны. А раз она имеет две стороны, но нет единства, это одна же противоположность, то раз это одна противоположность, то значит каждая из сторон имеет в себе и вторую сторону. Правильно? Если мы с вами вместе занимаемся, значит, ну я, так сказать, от вас, так сказать, когда мы говорим обо мне как участнике кружка, то имеем в виду и вас. А если о вас как участнике кружка, имеем в виду и меня. Если это вы участник кружка, или если я участник кружка. Поэтому мы все, так сказать, тогда имеем. И поэтому из противоположности вытекает уже вот такая мысль, что каждая сторона тоже есть единство противоположности. И вот различие, это которое было, что одна противоположность, другая противоположность, единство противоположности, как будто есть третье, это единство. Нет этого третьего. Они смыкаются, и получается единство противоположностей каждой из сторон, которые тоже противоположность. И тогда уже нету отдельно положительного, отдельно отрицательного, и тогда вот это вот противоречие снимается, и вот снятое противоречие и есть основание. Мы с вами не являемся противоположными. Это вы не являетесь, а я являюсь. Вы самодостаточны, у вас имплицитно противоположность. Это вы самодостаточный. Я без вас не могу чувствовать себя более продвинутым в области науки уже, логики. А это уже сущность человека. Вы не уходите, вы не просто животные здесь. Мы здесь члены кружка. Вот ну, давайте это не будем от этого уходить. Другая общность. Да, не другая, а вот та общность, которая. Нет, не другая, именно вот эта, которая здесь. Правильно, именно которая здесь. Являемся противоположностью. Потому что вы сегодня неоднократно доказывали, что вы противоположная мысль. Вы сказали. Вы даже про сущность сказали, что она имеет форму бытия. Это не только мне противоположно, но и Гегелю. Мы с Гегелем одна противоположность, а вы вторая. Нет, мы источники противоречий, может быть, да, но не противоположности. Да, противоречие – это единство противоположностей. Ну что вы, Евгений Николаевич, как вы хотите отмотаться от этих противоположностей? Никуда вы не отмотаете. Противоречия, значит, один говорит одно, другой другое. Нет, это называется не по-русски, а филологически. Если вы так будете идти, то вот по этому поводу, например, в известной работе «Великий почин» Ленин говорит, что такое диктатура пролетариата. Но если диктатуру пролетариата вы филологически будете брать, то пролетариат – это кто такой? Лишенный всего, лишенный собственности, да? Что, нет? Просто производитель товара. Нет, товар тут совсем не при чем. Пролетариат – это лишенный собственности. И вот, значит, если диктатура, ну хорошо, хоть товара, диктатура пролетариата, если он уже диктатура пролетариата, какой же он лишенный всего? А, это он, дальше. Он не лишен. А вы тему, не вы тему не. Да? Евгений Николаевич, вы тему не забывайте. Я хочу вам просто сказать, что есть филологическое, а Ленин говорит, что это научное, латинское, историко-философское выражение означает вот что. Не что вот кажется. Потому что если философию будете изучать, рассматривать, сказать, это просто любомудрие. Вот мы сидим и мудрим. Это философия. С точки зрения тех, кто буквально филологически понимает. А с точки зрения науки, философия – это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. И не надо тут, значит, филологическое и выводить из слов, а надо слова понимать в соответствии с тем, какое значение они приняли в науке. Вот утиль сырье приняло значение такое, какое не связано прямо напрямую со словом «утилити» – полезность. То есть это барахло, которое может пригодиться еще. Хотя слово «утилити» – это хорошее слово, высокое. Или, а вот, допустим, есть стоковые магазины. Не знаете, что такое стоки? Нет? Ну, стоки вы знаете, что такое. Стоки вы знаете. А вот сток, поэтому здесь это очень интересно. Сток – это вот последний товар, который все щупали, трогали, этот брюки или платье, уже его затрогали, защупали. И он теперь уже никто не хочет его брать. Его везут в Россию.
с этого запада. И вот везут, это стоковые магазины. Вот это там последний экземпляр. И по дешевке, по сравнению с тем, что они там стоят, это, в общем-то, нормальный, добротный товар. Это не вторые руки. Это просто много рук их трогало, но он не из вторых рук. То есть это не секонд-хенд. Это образец. Да, это вот да, образец, можно сказать. Ну, затертый такой. Тяжелый товар. Нет, да. Именно, что образец. Нет, это последний, не лежалый. Последний. Какой же лежалый? Все продано уже, а последний остался. И есть магазины, которые так прямо и называются. Сток Европы. Вот из Европы нам стекается. У нас жизнь теперь хорошая. Стекается всякое барахло. Так далее. Ну, это филологический подход, а мы подходим не филологически. Есть филология, есть лингвистика. Вот. У нас не филология и не лингвистика, а философия. Да, вот тут и вот прошу, я с вами не поспорю. Тут вот со мной и не поспорю. У меня тяжело то, что да, философия. Приходится держать что все делать? Науки, а там терминология, в каждой науке. Это у вас все науки, это потому что да, у вас такая большая голова, а у меня маленькая голова, извилин мало. У меня только вот поэтому я могу одну науку, только философию. Ну, немножко экономику и математику чуть-чуть, и все. А так всего одно. Вам как хочется. А чтобы все загрузить, надо заниматься философией, потому что философия изучает всеобщие законы природы, общества и мышления. Вот это точно все. Вот. Поэтому вы пришли туда, куда хотели. Ну вот, поэтому, что получилось? Вот я хочу сказать, какое движение отсюда идет дальше, вот место этой категории основания. Она, значит, явилась результатом рассмотрения или движения категории рефлексии. И рефлексия через рефлексию, поскольку отрицание происходит рефлексии, противоречие отрицает, отрицается рефлексия, ну, в виде противоречия. А рефлексия – это отрицательно. А если отрицание отрицается, получается бытие, непосредственное. Поэтому Гегель пишет, что вот это непосредственное есть восстановленное через сущность бытие. Не бытие рефлексии, которое сущность опосредствует себя. И вот, следовательно, основание – это уже то первое, появившееся уже в учении о сущности, бытие. А какие еще вы бытие найдете в учении о сущности? Для этого можно не читать. А что можно делать? И не надо ни филологии, ни философии. Идешь в оглавление и смотришь. После основания пойдет условие. А то, что основано на основании и имеет в качестве своей предпосылки условия, это что? Такое бытие, которое обусловлено чем-то и имеет что имеет? Основание имеет и условие. Как называется такое бытие? Мы знаем все разные виды бытия, которые были в учении бытия. А как называется такое бытие, которое с основанием, не просто вы есть, а вы на каком основании здесь, вот, на кружке, кстати? Вот я поставил вопрос в соответствии с какой категорией. Вы здесь бытие или существование? Тогда выходите. А если существование, это бытие на основании чего? На каком-то основании. Основание есть, вас пригласил Валерий Александрович. И я с ним тоже, мы советовались, занимающиеся в Красном университете могут, конечно, заниматься в кружке. То есть есть основание здесь присутствует. И все имеют основание здесь. Некоторые товарищи говорят, я хочу у вас заниматься в кружке. Как попасть? Очень просто говорю, вот будете заниматься в Красном университете и можете и попасть. А если я не буду, тоже хорошо, и не будете и на кружке. Что тут такого сложного? Очень все просто. А условие какое? Ну, надо еще и прийти сюда. Ну, если вы. А еще какое надо? А надо, чтобы было еще куда прийти. Между прочим. Или это не важно? Наверное, это все-таки важно. По-моему, тоже очень важно. Так что вот некоторые люди, им все равно, что бытие, что существование, как живешь, существую. Значит, у него основание есть и условия есть. А если он, да есть, я еще не умер, я еще не ничто. Ну вот это мы не знаем, сколько он протянет. Так что
следующая категория, которая будет рассматриваться, куда мы подходим вот с этой категории основания, почему я привлекаю внимание к ней, она же не сама цель у нас. Дескать, мы будем изучать категорию основания и будем знать, что такое основание. И все на этом? Нет, не все, потому что мы тогда сможем понять, что такое существование. А категория существования глубокая. Это вот не просто такое. Вот здесь оно первый раз появилось, так сказать, восстановилось, восстановленное молоко. Взяли и вылили. Это восстановленное. Через сущность. А у нас через воду восстанавливают молоко. Из сухого. Вам больше нравится это цельное молоко? Нормализованное или нормальное? Или восстановленное? Цельное. Цельное. Ну вот. Хотя сейчас цельное зерно, сначала его размелят, а говорят, это цельные зерна. Так трудно согласиться, что они цельные. Ну, не целые, а цельные. Это что-то другое. Другая категория какая-то. Так вот, существование – важная категория. То есть, если мы говорим о чем-то, как о существующем, мы должны указать основание для этого бытия и условия, при котором. И вот, когда вы совсем подходите, совсем немножко осталось дойти, добежать до этого места, когда вы будете... пройдете основание, пройдете условия, и там такая фраза в Гегеле стоит. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вы хотите, чтобы появилось что-то, существовало, появилось? Ну, значит, надо что сделать? Основание и условия. Вы работаете. Суть делаешь. Чтобы... А смотрите, что вы делаете. Если хотите все развалить, этот кружок, как у вас одна суть дела, если хотите, чтобы он развелся, другая суть дела. И для этого нужно основание, и для этого нужны условия. Смотри, какая суть. Суть – это то, к чему вы стремитесь. Вот суть дела. Дело уже. То есть, это какое-то вот... то есть суть дела конкретно определяется в каждом случае. Это нельзя сказать про все случаи сразу. Откуда я могу сказать? Не, это же общий вопрос. Универсальный, в том смысле, что, но не конкретный, абстрактный. Она же не рассказывает там, какая именно суть дела тут. Вот, а следующая категория еще более богатая, но уже, значит, такая похожая на существование. Вот это знает Константин Константинович, он продвинутый. Я не понял. Следующая категория крупная, после которая тоже имеет вид бытия уже, а не вид отрицания. После существования. Ну, условие уже было. Так, а кто знает? Товарищ Тарандо. Вы не знаете, какая категория будет? Никто не знает? Борис Николаевич, такой вы солидный человек. Не дотягиваю. Он знает еще. А? Вот. Учитесь. Я уже... Вы про это молчите. Вот кто говорит-то про это. Говорит про это Татьяна Валерьевна. Она говорит, а вы молчите про это. А она, ну, она так скромно говорит. Как скромно? Это правда, истина. Почему так? Истина должна быть как-то. Я уже три раза сказал. Ну, Ленин говорил, воинствующий материализм. Вот он какой-то не воинствующий, это хоть забитый. Вдруг скажу, на меня на все нападут, как затрут. Так какой действительный, да? Вот эта категория не везет. Категории действительно. Почему? Вы видели, чтобы ею пользовались? Почти не пользуюсь. Категории действительности. А почему? А это то же самое бытие. Но какое бытие? Не такое. А ведь когда вы будете разбираться, я иду вперед, с категорией сущности, в категории сущности вы увидите такую пару. Евгений Николаевич, вы изучали сущность? Существование? Пытался. Пытались. Не помните, какая там пара категорий? Не помню. А кто помнит? Форма и содержание. А? Форма и содержание. Ну, это тоже есть, да. Это тоже есть. Это правильная форма. Там есть и форма и содержание, и форма и сущность. Сущность и материя. Вот. И ну, пара категорий есть там такая, как явление и закон. А явление не будет у нас в категории? В категориях существования есть категория явления. Явление и ее закон. Что такое закон? Ну, спокойное в явлении. Вот. Учитесь. Спокойное в явлении. Михаил Васильевич, а можно вопрос по сути можно. Дела? Можно. Вот. Смотрите, как переведено. Да.
Да. Это корректный перевод? Это корректный, потому что дело приносит некоторый субъективизм, как будто это чье-то дело, а здесь идет и объективная логика. Угу. Поэтому это, так сказать, вот в другом переводе написано «суть дела», но мы-то должны ее понимать не в смысле «суть дела», что какое-то дело, и сидят люди, и работают. Только, то есть с отрицанием. А здесь так, в таком абстрактном виде суть в себе. А она, эта суть в себе, проявляет себя уже не как в себе, а в существовании. Она выходит на поверхность. А вот, и вот потом мы будем рассматривать, я забегаю вперед, потому что вы же будете читать, идти вперед. А существование и явление. Явление и сущность. Явление и закон. Вот пара, которую надо рассматривать, явление и закон. Каждое явление имеет свой закон. Почему? Потому что закон – это спокойное явление, вот то, что здесь сказал Алексей. Просто спокойное явление. Не то, что вот мы там иногда длинно так определяются, это соотношение, соотнесение, там, внутренние связи, это очень какие-то подробности. Закон есть спокойное явление. А вот все, что неспокойно, все, что угодно может быть на поверхности, правильно? И это совсем не означает, что это закон. А закон, скажем, есть закон стоимости, а есть цена. Стоимость и цену мы различаем? Да. Можно сказать, что стоимость – это закон цены. Да. А вот в третьем томе вы обнаружите, что законом цены уже не в простом товарном хозяйстве, а в развитом капитализме является издержки производства плюс средняя прибыль. Это называется цена производства. Вот она и представляет собой центр колебаний. Вот, цен в условиях капитализма. А потом это все смещается, когда появляется монополия, они начинают перетягивать на себя, и вся эта картина искажается. А если брать еще и земельных собственников, которые требуют уплатить земельную ренту, приходится туда добавлять еще земельную ренту. Это тоже отводит от закона, отводит в сторону эту самую цену. Но прежде чем говорить об этом, надо сначала рассмотреть вот простой вариант, когда есть простое товарное производство, и тогда стоимость есть закон цены. Закон цены. И вот мы вроде бы это все рассмотрели, а следующая категория уже названа. После существования идет большая категория, действительность, а еще одно бытие. То есть у нас было бытие просто, вот, которое в первом томе, да? Просто бытие. Потом появилось существование. После существования действительное. Действительное. А что такое действительное? А? Нет. А что, действительное только там, где голова? Действующее. Действующее. Тогда действительное. То есть, если человек подошел и ударил вас сзади топором по голове, вот он действительный человек, а вы никто. А в момент? А может, он вот никто, и поэтому он ударил вас по голове. Может, это свидетельствует об этом. Вот, так что... А что такое действительное? А действительное – это тоже бытие. Ну, какое бытие? Это такое бытие, которое, будучи бытием, находится как бы на поверхности явлений, но это та самая сущность, которая вышла на поверхность уже. Сущность. Не то, что не закон, а то, что закономерное и находится уже непосредственно в жизни. То есть в нашей жизни есть люди действительные, а есть люди недействительные. Все люди. Ну, скажем, вот все эти убийцы, грабители, все эти негодяи какие есть, это кто такие? Это люди, но они недействительные. Иногда их посадят в тюрьму, для того, чтобы они осознали, что они действительно лишают их, убирают их от общества действительных людей. Но они же люди. Люди. Говорит, раз люди, значит, давайте, он 60 человек зарезал, давайте не будем его лишать жизни. Спрашивается, сколько надо зарезать, чтобы тебя приговорили к смертной казни? Хотя другие люди, которые занимались философией, говорили так, что пусть смертную казнь отменяют господа убийцы. Потому что такое наказание? Наказание может применено быть только в случае наличия преступления. Если нет убийств, то не может быть наказания за убийство, правда? Поэтому это, так сказать, не такое наказание, которое надо отменять,
Это такое наказание, которое становится бездействующим, засыпает. Как вообще государство засыпает? Государство не является чем-то положительным. Оно положительное только как отрицание отрицания. То есть насилие против насильников, насилие против преступников, насилие против нарушителей. А само по себе насилие ничем положительным не является. Ну, будучи вот направлено против разрушителей общества, оно носит положительный характер. Но нету этих разрушителей, и засыпает государство. Поэтому люди, которые не изучали диалектику, они неправильно ставят вопрос. Например, Бухарин писал про государство, что, дескать, государство, и потом, говорит, история вбивает осиновый кол в могилу государства. Да государство, оно же как отрицание, отрицание было положительным, оно же положительную роль выполняло. Как же осиновый кол-то вы вбиваете? Вы осиновый кол вбиваете тем, против кого боролось это государство, а вы вбиваете в могилу государства. Оно не от, его не убивает это государство, оно отмирает. По мере отмирания преступлений. Отрицание, отрицание. Вот, поэтому очень важная категория действительно, я почему об этом говорю, что вот когда человек изучает, ну, хочется сказать, ну, что, ну, я буду изучать, ну, какие-то хоть блага-то я получу за это, ну, духовные. То есть овладею какими-то духовными богатствами. Ну, так вот эта категория, она не в ходу. А вот то, о чем говорила Елена Тарандо, о том, что есть такое высказывание у Гегеля, что все действительное разумно. А все разумное действительно. Но если действительное разумно, то его можно понять. В этом смысле оно разумно. Не то, что оно там, оно само по себе обладает разумом. Но оно разумно, потому что если вы, так сказать, имеете разум, то вы поймете, что именно так вот надо поступать и так именно делать. Как вот это получится? Потому что это вы уже прямо на поверхности имеете закономерное. Не надо далеко лезть, но надо проверить, что оно действительно на самом деле закономерно, хотя и находится наверху, на поверхности. А все разумное, действительно, то, во-первых, разумное, оно, этот разум состоит еще в том, чтобы действительность преобразовывать жизнь, да? Поэтому оно действующее, как вот вы и хотели сказать, оно действует, оно преобразовывает действительность, и оно в этом смысле разумное. А такой разум, который он знает, как делать хорошо, и знает, как нужно делать хорошо, но не делает, ничего не делает. И он не действительный тогда. Хороший человек, который ничего хорошего не делает, действительный или хороший человек или нет? Нет. Поэтому только те люди, которые это какое-то благо общественное творят, они действительные люди. А люди, которые ничего не делают для общества, они недействительные. А самые действительные люди – это те, которые продвигают все человечество вперед. Они называются гениями. Кто такие люди? Это те, которые продвигают человечество вперед. Но это же люди. Обычные общественные люди. А сущность человека в чем состоит? Вот у нас новая плеяда пришла. Сущность человека какова? В чем сущность человека? Мы же учение о сущности. Вы не отвечаете, товарищ Мордовин. Вы-то знаете, в чем сущность. Общественное. Животное общественное. То есть сущность человека – животное. Я так усвоил, понял из вашего выступления. Общественно, разумно, говорящее. Сейчас так вот так, так долго много говорите, так тяжело. Ну, какой-то... Общественное. Ну, общественное, да? Другой человек. Сущность человека общественная. Ну, можно так сказать. Можно сказать, если одно слово взять, общественная сущность человека. Ну, Маркс говорил развернуто, он так вот. Вы, конечно, короче, чем Маркс выступаете. Если бы говорил бы Маркс, Энгельс сказал, короче, вот, вот так надо говорить. Общественное и все. Он говорил, что сущность человека в отношениях, в общественных отношениях, в общественных отношениях, то есть в отношениях между людьми. Не в биологии, а в отношениях между людьми сущность человека. А если вы берете, а кто такой человек? А человек животное, да, то есть это что такое? Кто такой человек? А в чем сущность? Так мы различаем бытие и сущность. Как бытие, он животное, ну там трудящееся, общественное, говорящее, разумное. Ну а как а по сущности? А сущность – это общественное. И в ней, так сказать, если это в сущности человек лишен, он не человек. И на это Энгельс, так сказать, ссылается. И да. Основание человека – это животное или сущность? Я не об основании говорю, я говорю, что он не человек, если он не, у него нет человеческой сущности. Поэтому
приводит пример такого рода, что вот если звери воспитывали ребенка человеческого, детеныша до 5 лет, то он никогда уже человека не будет. Потому что он человеком становится не тогда, когда его собираются социализировать. Сейчас вот есть такая социализация, то есть такое, об этом говорят. Как будто он родился, у него мама есть, он, между прочим, в роддоме родился, и о нем думали, еще и просматривали, а какой у него пол, и что нужно сделать, чтобы были успешными роды, и не надо ли делать кесарево сечение. А тут вдруг придумали, что вот будет социализация. А что это было? Так он уже рождается как общественный человек. Сейчас все люди рождаются как общественные люди, а не иначе. И раньше они были. А кто не рождается у животных, он людьми и проживает у них там до 5 лет, все, он уже человеком никогда не будет. Уже мозг не может уже развиться. До 8 лет, если не вернуть его. И вот... Но это так и продвинутый какой, до 8. Речь не освоит. А если до 11 лет мы его, этого Маугли, не забираем, его даже на 2 ноги не поставим. Да. То есть это вот. Чудовищно. Но то, что вот Киплинг писал про Маугли, это такая сказка, такая же, как «Собачье сердце». Это правильная сказка? Неправильная. По сути, это правильно. Но сказка. Но сказка, да. Ну так а что, сказка. По сути. Вы знаете, вы что, а вы что? Когда надо, вы пользуетесь лингвистическими приемчиками. А когда надо. Чтобы я замолчал, вы тогда говорите, это же философия. Философия же любомудрие, народная мудрость гласит, что сказка ложь, но в ней, вы же ложь говорите, ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. А мы добрые молодцы с вами, вот нам и урок, все хорошо. Вы же сказали, что сказка ложь. Я согласился с вами, и народ согласился. Но и во всякой лжи может быть и крупица правды. А в чем крупица? А в том, что вот то, что вы рассказывали, более научно. Вот это и есть та крупица. То есть, чего оттолкнуться? Не оттолкнуться, а притягиваться. Чего это вы хотите все время отталкиваться от хорошего? А надо притягиваться к хорошему. А это просто такой штамп. И мы от этого отталкиваемся. А почему вы от берега вы отталкиваетесь? Куда плывете? А куда плывете, они уже не говорят. Так вы оттолкнулись от берега, а дальше вас унесло. Вон у нас сколько рыбаков отталкивается от берега. А потом их с вертолета, с помощью вертолета снимают обратно, возвращают на берег. Так, вот, собственно, что мы сегодня сделали. Мы сегодня рассмотрели место этой категории в системе других категорий, категории основания. Это для чего мы, так сказать, такую задачу поставили и решали? Для того, чтобы внимательно и с интересом, и с вниманием поизучать, что нужно поизучить, как противоречие переходит в основание. Как развивается основание, вот там оно развивается сначала, формальное основание. Формальное основание такое, что очень просто его понять. То, что есть в основании, то есть и в основанном, раз оно на нем основано. А то, что есть в основанном, раз оно основанное, то оно есть уже и в основании. То есть они ничем и не отличаются. Только одно почему-то называется основание, а другое основанное. Посмотрите на мать и ребенка. Что мать, что ребенок, одно и то же лицо. Только одна везет, а другой в коляске, а так разницы никакой. Вот это формальное основание. А потом он говорит, а реальное основание такое, что все-таки есть в основанном то, чего нет в основании. А потом, когда говорится об абсолютном основании, а все-таки, говорит, вот то, что есть в основании, то есть и в основанном, но все-таки там есть и различия. То есть надо взять и первое, и второе. Будет абсолютное основание. Третье. То есть вот некое вот единство. И дальше речь идет о том, что вот это основание, раз оно не оторвано от предыдущих категорий, то оно, раз оно все-таки еще рефлексия, оно себя отрицает. А раз оно себя отрицает, значит, оно не просто висит где-то в воздухе, а оно предполагает, что-то предполагает, а не только полагает. Отрицание полагания – это предполагание. Все согласны? Значит, оно предполагает некую непосредственность другую, не само основание, а еще какое-то непосредственность. Вот то непосредственное, что предпосылается основанию, называется как? Условием. Вот то непосредственное, что есть, условие. И это люди путают все время. Вот путают, говорят, вот наличие воздуха. Вот. Скажем, что у нас главное в наших занятиях? Воздух. Потому что если воздуха не будет, мы все умрем. Через 5 минут.
Через пять? Я через шесть умру. Потому что я еще буду думать, умру, не умру. А мне мозг. У меня мозга нет, у меня это не страшно. То есть условия. И некоторые люди путают это с сущностью. Вообще это обучение о сущности, но это не сама сущность, правда? Вот сущность наших занятий, сущность, не в воздухе, хотя воздух – непременное условие, раз. Потом, ну, свет не является условием. В темноте вот никто ничего не записывает, кроме Константина Константиновича. Вам придется это выбросить и вам закрыть. И вам закрыть, потому что если будет темно, ну, занятия можно провести. Одно время я преподавал в Академии гуманитарного образования, был деканом факультета профпереподготовки, а там Казанская 7, там раз и свет погашен. Ну, все, значит, заволновались, студенты. Я говорю, да не волнуйтесь, это просто проверяют. Можете ли вы запомнить, так сказать, с голоса, и могу ли я читать, не имея под руками текста. Видите, все идет нормально. И пошли спокойно, все успокоились, и мы спокойно. Потом приходит это опечаленный ректор, смотрит, тут все идет хорошо. Говорит, а, да мы и не заметили, так все идет, можете снова выключить. Так что вот от логики, которая зависит от того, включен, не включен. Но вообще-то лучше со светом, конечно. Что-то кое-что проверить надо. Вот проверяли же сегодня, правильно, какой бывает перевод и вот что означает тот или иной перевод. Этот фигуральный, а этот более строгий, вот который вот в этом издании. Но, без лингвистики. Да. Но без лингвистики нет языка, а без языка нет и логики. То есть без, а на самом деле но без сущность воздуха, логики не в языке. Да, но без воздуха вы бы в темноте, да, без воздуха. Да. Вы бы и без пиджака, и без брюк выглядели не солидно. Но не в этом ваша сущность. Или вы будете настаивать, что сущность ваша в брюках и в пиджаке? Не будете. Это условие. Не надо вот все-таки. Надо разделять сущность и вот то, что является основанием, что является условием. Вот условие. Надо ее усвоить. И тогда получается, что вот такое, если для какой-нибудь сути дела, да, созданы все условия, она вступает в существование. Вот когда нужно. Вот, например, нужно бы подготовить докторскую диссертацию. У нас есть люди, которые готовили. Вот, например, товарищ Тарандо. Ну, первое условие какое? Надо, чтобы была научная диссертация. Второе, чтобы были коллеги, которые поддерживают обязательно. Чтобы те, которые поддерживают, было больше, чем тех, которые не поддерживают, а будут мешать. И надо не просто, чтобы их было больше, а и чтобы было не меньше 2/3. И, да, потому что для того, чтобы докторскую защитить, надо 2/3 иметь. Вот. Но это все равно мало. Надо, чтобы в ВАКе сидели люди, которые на эту докторскую посмотрят положительно. А могут одни на нее посмотреть отрицательно. Вот, например, вот присутствующий здесь товарищ Тарандо, ее, так сказать, завернули и отправили в замечательный наш вуз, Высшая школа экономики. А чем он замечательный? Замечательный тем, что он готовит кадры для заграницы или для разложения России. Вот. И они, значит, набросились, как дикие звери. И несмотря на то, что вместе с ней были достойные, уже давно защищенные профессора, тем не менее, так сказать, был получен отрицательный результат. Но поскольку то, что разумно, то действительно, то товарищ Тарандо подготовила новую диссертацию усиленную, снова ее защитила у нас, и она, в конце концов, и прошла. Для меня это тоже не ново. Меня из ВАКа завернули докторскую по философии в Институт философии на перезащиту. И я даже готовился целую неделю. А как готовить можно к докторской? Ну, плавал там в этом, там, где сейчас храм Христа Спасителя, там был бассейн Москва с теплой водой. И я плавал. И потом, значит, защита, и там проголосовали. И тогда еще долго-долго тянул ВАК, а потом утвердил. Но если вы хотите, чтобы... Но это же не... У вас же ничего не отняли. Вот, блин, у вас что-нибудь отняли? У вас же ничего не отнимали. Докторская – это же как награда. Вот человек не должен обижаться, если ему не дали Героя Советского Союза. Понимаете, меня как обидно, что у меня вот Александра Невского нет, Героя Советского Союза нет, а другие уже где-то купили или набрали. Ну, это... То есть это не основание. Это же что такое вот докторская степень? Это значит, человек вот продвинулся. То есть мозг у него развился. От того, что ему там написали или не написали, от этого в голове ничего не изменяется. Наоборот, он уже ничего не пишет, а все только бумаги оформляет.
Как раз там не научный процесс, а это пропагандистский больше. И нахождение друзей и врагов. Уже так, человек должен знать, кто за что выступает и так далее. Да? Вот. Значит, возвращаюсь к началу. Начало состоит в том, что цель наших занятий, значит, развить наш ум. И поэтому на этом пути каждое занятие есть продвижение. Безусловно. Безусловно, и мы будем дальше это продолжать делать, но мы не должны забывать, что это будет только тогда успешно идти, если мы будем вот это вот следить за выведением категории. Не брать их изолированно, а отдельно оторвано одно от другого. Потому что оторвано, их можно взять путем вот рассмотрения вглавления. И можно взять, и то, что вам понравилось, вот то и читайте. И что? Вы не понимаете, как оно получилось, и не понимаете, во что оно перешло. Поэтому здесь вот самое важное – выведение. Вот что-то важно усвоить. И не страшно, что поскольку выведение – это сложное, но все-таки надо на это обратить внимание. Значит, следующее задание какое? Мы должны в следующий раз обсудить переход основания в условия. Раз переход, то мы и основание можем обсуждать, и условия можем обсуждать, и сам этот переход. Вот это очень важно. Если кому-то кажется, что это очень мало, то я думаю, наоборот, мало не покажется, когда вы начнете читать. Какие есть вопросы? Когда? Протесты, заявления? Когда? Когда? Это надо посмотреть. Да, давайте посмотрим. Четырнадцатая какая среда? Какой вторник? Второй. Нормально. Почему самое, по-моему? Как Ленин говорил, что лучший способ отпраздновать юбилей Великой Революции сосредоточиться на нерешенных задачах. Четырнадцатого. Понятно. Насчет от того отметить у Ленина ничего не написано. Он говорит, лучший способ отметить юбилей. Отметить именно. Сосредоточиться на нерешенных задачах. Вот если бы сейчас революцию сделали в России, вот это был бы праздник. Вот это бы отметили. А давайте, говорит, давайте отпразднуем, как наши деды и отцы здорово воевали, и революцию делали, и войну выиграли. И давайте это будем отмечать. И сделаем это главным содержанием нашей деятельности. Некоторые так и делают. Они так, значит, 14 число. 14 число. Нормальный. Второй вторник, да? Да. Прекрасно. Отлично. Отлично получается. Отлично. 14 число. Прямо сюда? Прямо сюда, да. 10 часов. Они 19 часов. Товарищи, большая просьба. Приходите, пожалуйста, вовремя. Да, и просьба эта связана с тем. Мы записываем. Значит, как только кто-то опаздывает хотя бы на 3 или на 5 минут, это что мы должны делать? Или, так сказать, нарушать запись, прекращать, отсюда выходить, или, так сказать, все это задерживать. Поэтому мы же делаем, наверное, вы обратили внимание, что занятие кружка смотрят тысячи человек. Тысячи. Поэтому вот надо понимать, что вы приходите в тысячную аудиторию, и все уже началось, и вдруг вот, ну, выехать. Вот я, например, хоть и руководитель кружка, но пришел сюда за 50 минут. До того, Валерий Александрович, на 3 минуты позже. Да. Я зафиксировал, что я вот иногда даже раньше прихожу. Хотя он чаще раньше приходит значительно, чем я. Но вот так. Поэтому и другие у нас участники пришли рано. Не вовремя, а гораздо раньше. Ну, кто на технике, он вечно опаздывает. Тут уж ничего не поделаешь. На троллейбусе. Ну, это техника, тут ничего не попишешь. Да, пешком бы вышло. Да, но долго было. А наши, вот, которые точно хотели дойти до Берлина, шли пешком. И дошли. Так, есть еще вопросы? Нет? Спасибо большое.